Прощайте, девочки. Я буду скучать. Пора в путь. А вот и новый дом. Наконец-то мы вместе. А ты возьми вещи. Окей. Вот это дом. Настоящий замок. Эй, тебе не тяжело? Мне надо перенести коробки. Вау, это же Битлджус. Затонируем акрилом. Раскрасим личико. Зеленые зубки. Вырежем шортики. Нарисуем полоски. Просушим в лампе. Зловещий, но симпатичный. Полезай в коробку. Окей. Ох, это моя комната. Сколько паутины. Что это там? Что же внутри? Приветики. А, привидение. Привет. Почему она не боится? Эй, что с тобой? Я не хотела переезжать. Там остались мои подружки. Я так одинока. Это надо исправить. У Астрид появился прозрачный друг. Приветик. Эй, куда ты рассыпался? Что за новая форма? Мяч для регби. Нарисуем швы. Готово. Напиши в комментариях, какая твоя любимая игрушка. Астрид, держи. Спасибо, Лалилу. Папуля, давай покидаем мяч. Я занят, доченька. Попроси Хелену. Иди, иди, девочка. Никто не уделяет внимания малышке. Поиграю сама. Чего грустим? Я им не нужна. А мамочка со мной играла. Хочешь, я с тобой поиграю? Лови. Я же привидение. Мы не сможем играть. Эй, это твой мячик? Идем за мной. Пора подрасти. Подрисуем глазки, розовые губы, прозрачный лак. Просушим в лампе. Изменим прическу. Сделаем стрижку. Новый жакет. Примери форму. Астрид готова к учебе. А вот и первый день в школе. Такая странная. Она живет в доме с привидениями. Ага, очень смешно. Можно здесь сесть? А тут свободно. Вот твое место. Эй, нужна помощь? Ты о чем? Давай их напугаем. Отличный план. Выключим свет. Что происходит? Класс заполняется дымом. Как вам такое? Это телекинез? Это привидение. Нравится, детки? Спасибо, друг. Все для тебя. Битлджус поможет постоять за себя. Выберем акрил. Красный, синий, желтый. Вуаля! Наполним хлопьями. Положим в шкаф. Бутылка молока. Свежее молочко. Ями. Хочу хлопьев. О, молоко. Как раз в мой кофе. Это мое. Держи. Ты ничего не оставила? А как же мой завтрак? Так нечестно. Какие-то проблемы, детка? Мачеха забрала все мое молоко. Она пожалеет об этом. Ой, кружка перемещается сама собой. Это сюда.
А тут вот так. Все предметы ожили. Пей свой кофе, дамочка. А, полтергейст. Какая мрачная коробочка. Что там? Маленькая косточка. Воздушный пластилин. Создадим форму. Заменим хвостик. Выберем пастель. Черная. Нарисуем тени. Добавим швы. Какой милашка. Ко мне, дружок. Садись в коробку. Битлджус пригласил Астрид на свидание. Это тебе. Вау, что там? Какой чудесный. Назову его Споки. Это тоже тебе. Как мило. Романтический пикник для двоих. То есть для троих. Фу-фу, отпусти. Плохой песик, плохой. Давай я, мой милый монстрик. Битлджус и Астрид хотят быть ближе. Не подсматривайте. Мне пора домой. Bye-bye. Ах, что за девушка. Иди гулять, малыш. Сколько на кухне интересного. Приберемся. Ручка от бритвы. Прикрепим трубочку. Вставим шнурок. Блестящий фоамиран. Наденем на корпус. Поставим на колесики. Пылесос готов. От мачехи пора избавляться. Что будем делать? Ага. Ка вылетела из рук. Снова полтергейст. Отлично сработано. Как легко ее напугать. Помогите! Что за мистика? Это все вы. Ну, держитесь. Хелена настроена решительно. Как тебе понравится пылесос? Отсюда не сможешь вредить. Выпусти его. Как мне теперь быть? Что случилось, доченька? Она злая и обижает меня. Так дело не пойдет. Тебе лучше уйти. Ну и семейка. Года пролетели, как один миг. Hello. Перерисуем личико. Мерси. Новая кофточка. Разрежем ножницами. Добавим оборку. Стильная жилетка. Ах, пылинка. Затонируем ботиночки. Nice. Ставь лайк, если тебе понравился образ Астрид. Привет, Споки. Ты хочешь гулять? Астрид пришла на кладбище. Я помню Битлджуса. Я так скучаю. Эй, ты куда? Песик кое-что нашел. Я всегда буду любить тебя. Не плачь. Что происходит? Земля расступилась. Не могу смотреть. Привет, детка. Прости, я запачкался. Не могу поверить. Ты живой и теплый. Я же просил не подсматривать. Сила любви оживила Битлджуса. Кажется, не за горами свадьба. Обведем карандашом. Вырежем ножницами. Примерим на манекен. Пышный фатин. Серебристый бифлекс. Спрячем в сундук. Любимая, у меня сюрприз. Что это? Ты выйдешь за меня? Подожди, у меня нет платья. А это что? Ну же, давай.
Вау, это мне? Какая красота, такое старинное. Спасибо, любимый. Вот и настал день свадьбы. Любимая, ты такая красивая. А где наши кольца? Спуки уже спешит. Спасибо, малыш. Мы будем вместе навечно. Настоящей любви не страшно ничего. Кто поймает букет? Раз, два, три. Какая необычная выйдет невеста. Спасибо, вещь. Возьмем ткань. Получилась сумочка. Закроем клапан. Милый паучок. Вставим бутылочку для будущего малыша. Астрид, уже тяжело прибираться. Опять эта паутина. Ой, мой живот. Мне нужно собрать сумку. Началось. Милая, присядь сюда. Я сам все соберу. Готово. А как же бутылочка? Да, точно. Сейчас. Мужчины такие нервные. Уже бегу. Бамс. Дорогой, ты в порядке? Забыл, что я больше не призрак. Вот, теперь все на месте. Звоню в больницу. Алло, скорая, срочно приезжайте. Вот и машина. Осторожнее, милая, я буду рядом. Эй, а как же сумка? Поскорее бы увидеть нашего малыша. Мамочки ожидают первой встречи с детками. Скорее бы увидеть маленькое исчадие ада. Наверняка мой пупсик милый, как 100 котят. Поздравляю, мамочка. О, доченька, ты с молотком? Просто прелесть. С молотком, говорите? Это моя крошка. Иди ко мне, малютка. А где тогда моя? Простите, вышло недоразумение. Вот, узнаю свою прелесть. Любишь радугу? Фи, другое дело, пауки. Маму покормили дочурок. Детишки тоже познакомились. Они подружатся. Посмотрим. Счастливого взросления. Bye. Берем плотный картон. Намечаем прямоугольник. Вырезаем заготовку. Соберем заборчик. Перекрасим. Обтянем ограждение. Теперь декор. Такой необычный манеж на двоих. Чудесное место. Сойдет. Девочек рассадили по разным манежам. Мамы сели поболтать. Но крошкам скучно по отдельности. Малышки устроили бунт. Так дело не пойдет. Ну что с вами? Они скучают друг без друга. Решение есть. Новенький манеж. Он разделен на половины. Теперь девочки довольны. Знакомимся с крошками. Первая – Wednesday. Рисуем новые глазки. Перекрасим в брюнетку. Заплетаем пару косичек. Сменим Эннет цвет волос. Переоденемся. Девочкам выделили общую детскую, но мебель вперемешку. Эннет играет на арфе, а Wednesday зачитывается книгами. Снова ее музыка. Спасут только наушники. Эй, отдай наушники. Тебе не нравится мелодия? Вслушайся. Все, я так не могу. Игрушки, брысь. Комод отправляется ко мне. Арфа к тебе. Подсвечник мне. Тумба тебе. Девочки поделили комнату пополам. Последний штрих. Так-то лучше. Теперь у каждой крошки есть свое местечко. Берем воздушный пластилин. Скатываем комочек. Вау, получился мишка. Рисуем зашитую мордочку. Больше швов. О нет, песик заинтересовался игрушкой. Бедняжка.
Придется закрепить голову Мишки на липучку. Подлетели крылышки. Вау! А мне игрушку? Конечно. Маленький единорожка. Готова сбруя. Берем трубочку. Игрушки порадуют девочек. Малышки обжили свои уголки. Уэнсдей, это ты сломала мою куклу? Ты не понимаешь, ему не хватало хаоса. Даже любимый единорог, ты монстр. Да ну, хочешь, сделаем лошадку? Как? Раз, два и готово. Я наездница, поскакали. Спасибо. Держи взамен моего старого Мишку. Круто, можно отрывать голову и приклеивать заново. Девочки довольны, все закончилось мирно. Милые ластики. Разрезаем один пополам. Подготовим блестящее колечко. Из пластилина получатся разноцветные тени. Новая палетка. Вырезаем пару гробиков. Стилизованная крышка. Перекрасим кусочек трубочки. Готова помада. Один колпачок в шипах, второй милый розовый. Косметика на любой вкус. Фу, ну и денек. А это что? Тебе пришло письмо. Любопытно, от кого же? А, Ксавье зовет на свидание в 4 утра. А уже так поздно. Нужно накраситься заранее. Давай я помогу. Нет уж. Лучше я своей палеткой. Total Black. Ну как тебе? Так мрачно. Значит, получилось. Споки, мне нужно выспаться. Бедняжка провалит свидание. Помогу подружке. Яркий мейк впечатлит парня. Девочки уснули. Часы бегут, почти 4 утра. Уэнсдей, проснись, тебе пора. О нет, проспала. Я помчала. Удачи! Уэнсдей пришла пораньше. Ксавье подглядывал из-за дерева. Мамочки, что с моим мейком? Привет! Чудесно выглядишь! Серьезно, тебе нравится? Конечно, дело не в макияже. Мне нравишься ты, любой. Сколько посуды? Берем бокал. Подкрашиваем воду. Горлышко сверкает глиттером. Погружаем черепок. Изысканный коктейль готов. Намечается вечеринка. Диджей зажигает за пультом. Ребята общаются. Кажется, это здесь. Все в сборе. Приветик. Hello. О, Уэнсдей, ты прекрасна. Уэнсдей, ты пришла. Я так рад. Оба парня в нее влюблены. Какие дурачки. Девочки, как дела? Ама, хочешь коктейль? Yes. О, спасибо. Эмма, ну ладно. Мой напиток понравится тебе больше. Неплохо. Ребята, чего грустим? Давайте веселиться. Все в шоке. Уэнсдей за пультом. Мне это снится. Ах, она лучше всех. Снимаем прозрачный пластик. Покрываем гель-лаком. Ставим на запекание. Милые ушки. Обклеиваем изнутри стразами. Не хватает дисплея с кнопками. Все для классного маникюра. Энит пришла в салон красоты. Добрый день, тут такое дело. Мы наведем красоту, не волнуйтесь. Даже с этим? Ого-го, минутку уточню. Меня не напугать. Бьюти-стаж 10 лет. Вас ждут, проходите. Вы мастер, да? Ага, показывайте, что там. Бывает. Сейчас все исправим. Красим и в лампу. Вау, разноцветные ноготки. Прелесть, спасибо.
Bye. Довольный клиент, счастливый мастер. Берем гирлянду. Собираем фоамирановый корпус. Вкладываем светодиоды. Старая папка. Намечаем детали. Собираем ножку. Подставка с черепками. Кольцевая лампа для лучших селфи. Уэнсдей решила окунуться в мир гаджетов. Hey. Мне нужна кольцевая лампа. У нас огромный выбор, полюбуйтесь. А что посоветуете? Как насчет новинки? Вся в стразах, сплошной гламур. Бррр, жуть. А это что? Я ее беру. Отлично, заходите еще. Уэнсдей отправилась в лес снимать тиктоки. Такс, поставлю здесь. Настроим свет. Отлично. И съемка. Танцы с пауками. Это видео взорвет тикток. Снято. 1 000 000 лайков гарантирован. Мастерим альбом. Обклеиваем бумагой. Вырезаем памятные фото. Альбом заполнен совместными снимками. Добавим милых стикеров. Как приятно ностальгировать. Фотоальбом лучших друзей. Как это мило! Эннет вернулась домой с покупками. Есть одна идейка. Смастерю альбом. Старые фото. Уэнсдей будет в восторге. Осталось все склеить. Вот так, готово. Ах, сколько воспоминаний. Оставлю для Уэнсдей сюрприз. Она будет в шоке. Я дома. Hey! А это что? На моей кровати блестки. Эннет. Загляни внутрь, ну уже. Что там такого? Оу, наши детские фото. Девочки листают фотоальбом. Время пролетело незаметно. Проведем кастинг на главную роль. Hello. А вот и будущая Дракулаура. Смоем макияж. Понадобится акрил. Затонируем личико. Hey. Точно, глазки. Прорисуем их. Сухая пастель вместо румян. Подготовим материалы. Выкроем юбку. Сверху фатин. Роскошный лук. Приветик, Салли. Давай помогу с волосами. Крылышки-накидка сзади. Гробик в комплекте. Доброе утро, Амир. Пора в школу. Нужно не забыть рисунки. Полетела. Что? Летучая мышь? Ауч, неудачное приземление. Ой, Дракулаура! Не ушиблась? Все в порядке. Я помогу собрать рисунки. Спасибо. Пустяки. Какие милые. Начинаем по местам. Ребята, сегодня рисуем. На наших глазах зарождаются чувства. Лалилу, нужна лента? Еще бы. Разрежем ее на полоски. Соберем пучок. Захватим еще черную. Держи, черлидерша. Готовы поддержать командный дух? Сегодня в школе Monster High баскетбольный матч. Я начинаю. Бросок. Перехват. Вперед, вперед. Победа не ждет. О-оу, мячик летит не туда. Осторожно. Ой. Поймал. Ты меня спас. Браво. Со мной ты всегда в безопасности. Дадим сломанной куколке новую жизнь. Соберем по частям. Используем иголку. Так-то лучше. Цвет кожи голубой. Нарисуем личико. Как насчет прядей? Металлические вставки. Модный лук. Вдохнем в нее жизнь.
И разряд. Приветик. Фрэнки, готова к первому учебному дню? Класс, представляю вам новую ученицу. Эй, я Фрэнки. Какой красавчик. Приветик, сюда можно? Тут я сижу. Ладно. Ой, а у тебя есть запасная ручка? Дракулаура к доске. Так, икс плюсы. Я пока побуду твоей соседкой. Какая я неловкая. Я помогу собрать. О, как мило. О! Это мое место. Что тут происходит? Он мой. Нет, я теперь сижу с ним. В кого же влюблен Дьюз? Пишите в комментариях. Начнем эксперимент. Волосы в хвостик. В моей лаборатории возможно все. Готово. Разомнем пластилин, прикрепим голову. Держи малышку. Запечем. Фу, вот и все. Добавим красок? Конечно. Милый бантик. Какая милашка. Bye-bye. Счастливо полета. Что же выбрать? Это мой шанс. Пока Дракулаура отвлеклась, Фрэнки захлопнула шкаф. Эй, выпустите меня! О, нет! Ключик подальше. Дьюсик ждет. Так-так, вот и он. Мы сегодня рядышком. Погоди, а где Дракулаура? Может, прогуливает? На нее не похоже. Она обожает рисование. Ставьте лайки, чтобы скорее освободить Дракулауру. Летучая мышка на месте. Нужен ключик. Спасибо, подружка. Но берегись, Фрэнки. О-оу, сейчас начнется. Как ты могла? Закрыла меня в шкафу. Милая, ты тут, а я нарисовал тебя. Смотри. О, опять она помешала. Для настоящей любви нет преград. Понадобятся коробочки. Соберем из палочек каркас. Яркие вставки. Отрежем серебристую ткань. Намотаем проволоку. Петли для рук. Электрический стул. О-оу, опасненько. Школьная выставка изобретений. Так-так, посмотрим. Шипы недостаточно острые. Следующий. Приворотное зелье. Моментальное действие. А у вас, мисс? Модель квантовой вселенной. Неплохо, неплохо. А я хочу вам представить электрический стул. Круто! А он работает? Можно попробовать? Стой! Я его спасу! В больницу, скорее! Что я натворила? Нужна водичка. Добавим цвета. Капелька масла. Набор флакончиков. Пшик здоровья. Волшебная микстура мигом поставит на ноги. Дьюз в больнице. Ну и дела. Как он, доктор? Пульса нет. Что? О, нет. Спокойно. Ох, любимый, я знаю, что может помочь. Книга заклинаний. Нам нужна волшебная микстура. Давай всего глоточек. Дьюз, ты как? Хорошо, если ты рядом. Понадобятся салфетки. Клей ПВА зальем сверху. Скатаем комочек. Ведерки с попкорном. Обведем шаблон. Оправа готова. Красная и синяя линзы. Идеальный набор для просмотра фильма. Фрэнки грустит в приемной. Как же ее порадовать? Мисс, может, поход в кино вас отвлечет? Ну, да, я согласна. Тогда работа подождет. Парочка отправилась на премьеру. Ваши билеты. Прошу. Не забудьте про 3D-очки. Круто! Проходите.
Фильм начинается. Это наш зал? Ребята, приветик. Не успели взять попкорн? Угощайтесь. Спасибочки. Ням-ням. А, что это? Упс, как неловко. Приятного просмотра, ребята. Материалы наготове. Открутим носик. Перекрасим в красный. Факел нужно зажечь. Дракончик, поможешь? Чур, факел мой! Ха-ха! Дракулаура и Дьюз наслаждаются свиданием. Твои глаза так прекрасны при свете ночных фонарей. Что это там? Ага, вот они! Попались! Попались! Монстры! Конец света близок! Что? Дьюз, шапка! О-оу, кажется, змейки Дьюза выбрались наружу. Старушка окаменела. Не люблю, когда прерывают свидание. Спасайся! Прячьтесь, змейки! Вместе мы сможем все. Это уж точно. Подготовим фоамиран. Сверху тулья. Подвяжем шнурочек. Почетная мантия выпускника. Близится выпускной. Настал торжественный день. Ах, как быстро летит время. Приглашаю выпускников на сцену. Все получили дипломы. Ура! Мы это сделали! Ю-ху! Милая, в этот радостный день ты станешь моей женой. О, да, любимый. Круто. Поздравляем. Раз-раз, проверка связи. Объявляем королеву выпускного. Это Дракулаура. Вау, правда? Лента и корона для победительницы. Мы голосовали за тебя. Веселого праздника, ребята. Шарик Лол. Что нам попадется? Раскроем. Как интересно. Вау, куколка. Лали-кабра. За спиной пара крылышек. Малышка Дракулаура еще нагонит страха на городок. Мелодия пробирает до мурашек. Только не мои волосы. Крошка, иди на ручки. Как насчет тортика? Сработало. Дочурка успокоилась. А теперь баньки. Но ненадолго. А кроватка? Малютка уснула вверх ногами. Летучие мышки все делают по-своему. Берем проволоку. Нарезаем дуги. Немного краски. Паучки плетут кружево. Натягиваем купол зонтика. Украшаем. Готический зонт защищает от палящего солнца. Дракулаура вышла прогуляться по лесу. Жарковато. Солнце. Нужно укрыться. Грибочек, спрячь меня. Этого мало. Может, под дерево? Постараюсь накрыться паутиной. Запуталась. Паучок помог освободиться. Листочек не спасает. Паук сплел малышке подарок. Ажурный зонтик. Теперь солнце мне не страшно. Мышка, привет. Берем карандашик. Добавляем цвет. Розовая ткань. Выкройка. Новенький жилет. Пышная юбочка. Чего-то не хватает. Точно, пуговки. Перекрасим сапожки. Дракулаура стала стильным подростком. Вампирша опаздывает на урок.
Показываем домашнее задание. Чары летят ввысь. Мухоловка, явись! Хищное растение кусается. Заклинание обезвреживания. Неплохо, неплохо. Теперь моя домашка. Что она задумала? Ожившая собачка-зомби. Браво! Ставлю высший балл. Предложите, как назовем песика? Напишите варианты в комментариях. Берем картон. Складываем каркас гробика. Склеиваем крышку скотчем. Окошко вентиляции. Именная подпись. Вместительный шкафчик. Скоро День Святого Валентина. Майкл давно влюблен в Дракулауру. Засыплю ее шкафчик валентинками. Только это тайна. Ага, я все видел. Испорчу его планы. Долой валентинки. Вот это пранк! Интересно, сколько у нас валентинок? Проверим. Ни одной. Что случилось? Я забросал весь шкафчик валентинками. Смотрите, что я нашла. Вот оно что. Пойдем на свидание. С радостью. Плотный картон. Захватим пледик. Подготовим бумагу, разноцветные странички, сердечко, обложка на месте, милый альбом для памятных снимков. Добро пожаловать в фотоателье! Детишки, все сюда! Становимся у фона по одному, позируем. Excellent. Следующий. That's nice. Дракулаура, улыбочку. Как это возможно? Точно, ты же вампир. Полюбуйтесь альбомом. А где я? Вампиры не отражаются на фото и в зеркалах. Берем сломанную куколку. Подбираем голову. Пара клыков. Переоденемся. К блестящей ткани прикладываем шаблон. Рисуем паутину. Надеваем юбку. За спиной плащ. Стильный берет. Взрослая Дракулаура – настоящая красотка. Вампирша пришла в больницу сделать прививку. Я так волнуюсь. Тут страшно. Пройдемте в кабинет. Я не готова. Все будет хорошо. Я впервые в больничке. Ничего страшного. Всего лишь маленький укольчик. Окей, sweetie. Приц! Thank you. Мисс, вы в порядке? Yes. А как же укол? Huh? Простите, нам пора. Ну и дела. Снимем браслетик. Сплетем жгутик. Обернем вокруг палочки. Получился новенький сачок. Что-то она опаздывает. Рядом девочка ловит бабочек. От сачка не уйдешь. Вызов принят. Попалась.
Что за беспредел? Освободите меня! Милая, это просто недоразумение. Мой сачок. Возвращаем сачок. Держи мороженое. Thank you. Продолжим свидание, милая. Смастерим надгробие. Нанесем потеки термоклея. Слепим барельеф. Состарим камень. Повсюду пророс мох. Старинный памятник. Нам нужно отыскать могилу моей бабули. Okay. Получим ее благословение. О, это мой знакомый. Пропусти нас, приятель. Please? Паук открывает дорогу. Впереди могила. Мы на месте. Yay! Бабушка, просим твоего благословения. Бабуля одобрила. Дорогая, ты выйдешь за меня замуж? Oh, yes! Впереди свадьба. Yay! Лист гофрокартона скрутим в цилиндр. Изогнем арку. Сплошь нежные бутоны. Свадебная арка украсит важную церемонию. Герои мчатся на свадьбу. Вот и они! Поздравляем! Вы чудесная пара! Thank you. Так приятно! Несу обручальные кольца. Дорогая, станешь моей женой? Yes. Бросаю букет невесты. Ловлю, ловлю! What? Сделаем фото на память! Едем в свадебное путешествие. Парнишка пришел отдохнуть в парк. Джером, привет! Hi. О, ты с песиком? Oh. Хороший мальчик. Что-то в кустах? Давай вылезай. Hey. Ой, смотри, кого нашел! Щенок! Wow. Сколько зверушек! Крошка, пойдешь с нами? Обрезаем хохолок. Шерсть. Оторвем кусочек. Пушистик. Милая мордочка. Расчешем. Аккуратная стрижка. Какой славный щеночек. Мальчик радуется новому другу. Ути-пути, мы поладим, малыш. Хочешь вкусняшку? Угощайся. Птица хочет похитить песика. Дружок! Ох, беда! Ворон летит с добычей в далекие дали. Виднеется вампирский замок. Что же происходит внутри? О, гроб! Что там еще? О, какой милый песик! У меня новый друг. Распускаем бинты. Упс, голова закружилась. Мисочка с водой. Нальем ПВА. Замочим марлю. Пенопластовый шарик. Призрак застыл. Добавим глазки, ладошки. Щечки горят румянцем. На макушке бантик. Вокруг замка парит призрак. Хотите навестить легендарный вампирский замок? Yes, yes. Говорят, здесь до сих пор витает призрак. Oh. Просто фантазия разыгралась. Песик! Должен быть где-то здесь. Может, и тут? О, уберите это! Призрак! Вау, привидения существуют! Потише тут, чего разошлась? Ага, вот и песик. Малыш, ты в порядке? О-а-а! Гроб захлопнулся. Что за шум? Что творится? У нас гости.
Что? Что я слышу? Кто занял мой гроб? О-оу, я искал песика. Он ко мне привязался. Понимаю его. Вы прекрасны. Еще встретимся. Это приглашение на свидание?